Привет всем! Сегодня 28 марта, и у меня на подоконнике цветет клубничка. Видите уже, как цветет? Тут цветет, тут цветет. Но там пустой, не цветет. Ну, клубника у меня уже на подоконнике цветет. Там еще будут цветочки. Тут тоже еще вот будут. Вот. Видите как? И вот у меня рано клубничка. Вот. На подоконнике тоже вырастает. Горшочки посадить. Только этот год я не осенью посадила. А как только снег растаял зимой, так сразу посадила. Осенью у меня не было времени, я забыла. Но все равно смотрите, как только-только снег растаял, и я посадила в горшочки, они его как растут. Вот так что вот и я хотела с вами поделиться своей клубничкой, которая растет на подоконнике. И в марте, в конце марта уже цветет. Ну, и всем приятного дня. Пока!